Привет! Ребята, всем привет! Миланка сегодня будет распаковывать подарки и покажет, какие же ей подарочки подарили на день рождения! Вот столько подарков у Миланки! Миланка, так ты вначале давай покажем шарики, да, все по порядочку. Показывай. Ой, держите, держите, поняша. Миланша поймала. Вот такой шарик, поняша, да, Милаш? Да. Посмотри, какой большой, да, шарик? А смотрите, какой еще. Давай, пап, помогай. Вот. Вот такой еще шарик. Ой, сколько у Миланки шариков. Эльза с Анной. Оп, Лика будет их достанет? Складывать. А кто тут достанет? Я. Достанешь, Милаш? Happy birthday! Happy birthday! Ну что, Милаш, с чего мы будем начинать? Щеночка Паба? Да. Как мы его назовем? И что твой щеночек умеет делать? Сейчас я вам покажу. Сейчас все будет. Так. Вот команду выбирает. Угу, у него вот такая косточка есть, да? Вот такую, вот такую. А Любовь, давай, покажи, просто нам покажи, что он умеет делать у тебя, так, щеночек. Ой, смотри, скажи, говорит, играйся, Милан, со мной. Она хочет... Со мной играйся. Она будет спать. Спать? Да. Папа, ты спать будешь сейчас. Вот. Я тебе сажу кость. Папа, спать. Он еще и храпит. Давай играть с мячиком. Ох, как он хочет играть. Папу, играть. Скажи, это я люблю играться. Да. Ой, куда он убежал? Ликины тапки. Кушать. Кушать хочет? Тапки хочет кушать. Так, а вот она. О. Это куколка Лол. Как ты назвала эту куколку? Это Ликуля подарила. Как? Не помню. Лейла, по-моему, ты назвала. Лейла, да, назвала? Лейла, по-моему, назвала. Не помню. Оу. 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 Теперь новое имя. Оу. Ну ладно. Давай поближе покажем. Твою куколку. Вот такая у Миланки куколка попалась. Вот такие сапожки, платья. И вот такой вот ободочек. А еще это платье меняет цвет. Да, Ликуль, мы с тобой, да, в теплой водичке проверяли, меняет цвет. Более голубой становится. Да, Милаш, вставляй бутылочку. Еще бутылочка же у нее есть, да, у куколки? Держи. А, вот это, да, еще у нас Кай есть. Тоже Ликуля подарила. Я тебя пугаю. А, не надо меня пугать. Я пугаю. А Мика тут что наша делает? Скажет, ты не сегодняшний наш подарочек. Зайка такой, да, еще у тебя есть. Убираем. С конфеткой. Зайка, да, Милана говорит, зайка с конфеткой. Давай дальше какой смотреть. Выбираю. Давай по порядочку пакетик. Давай. Нет, давайте. Вот это? Да. И вот мышка. Ну-ка, ну, раскрывайте мышку, посмотрим. Что же эта мышка умеет делать? М? Не знаю. По-моему, там она 25 команда дает. Звуков. А, звуков? Да. 25 звуков и бегать в колесе. А давайте поднять прямо сейчас. Прямо сейчас? Мы это проверим. Прямо сейчас, сказала Милана. Какая она классная. Бархатная. Бархатная? Ой, да. А тут вот смотри, еще кнопочки. Это там, это она не будет сюда бегать. А когда ты погладишь спинку, контакт замкнешь, она туда побежит. Ну там включить надо. Ой, ой, а что она задом бежит? Давай в этот колесико. Что она там еще возмущается? Побежали. Ну, в общем, еще как разбираться. Как хочет бегает. Надо там еще разбираться, что она еще умеет. Ой-ой-ой-ой. Куда? Сюда. Ну-ка, ой, какая мышка хорошая, да?
Пи-пи. Пи-пи-пи. Скажи всем привет, мышка, да, со всеми здоровается. Спасибо, поставила сюда. Она вот эти вот две точечки, это она звуки сдает. Что делать еще один? Вот хулиганка, да, Милан? Куда она убегает? Она типа боится. Она меня боится? Будете тебя снимать. Классно, мышка. Я теперь буду сюда перебираться. Ну давай теперь дальше будем распаковывать подарки, смотреть. Вот так вот мышка понравилась Миланке. А это что? Это ее гладишь по спинке, она звуки издает. Ну давай дальше распаковывать. Так, иди сюда. Вот этот пакетик следующий. Да. Папа, что? Что это? Это папа. Набор посуды для куклы, да? Здесь бутылочка, ложечка, тарелочка, сосочка и слюнявчик. Да? Да. И сосочка вот такая. Вот такие вот костюмчики для куклы, для малышей. Миланка не может оторваться от мышки. Она укатилась. Упрямая мышка. Вот это да. Ну, смотрим, что дальше. Показывай, Коль. Вот конвертик. Вот такой вот конвертик. Это, Мила, наверное, для твоей Алисы, для пупсиков, да? Стульчик. Ух ты, стульчик. Он у тебя много куколок, много пупсиков. И так. Кроватка с постелькой. Ух ты. У тебя как раз не было кроватки. И вот такая кроватка. Ну, можешь, да, вот куколку Лол положить. Вот так, да. Это все нужно будет подцеплять. Вот так вот, Милана уже сразу... Ой, Лол положила. Лол у нас здесь будет пока спать, да? Вот так покачаем ее. Так, смотрим дальше. Следующий. Здесь платье. Еще тебе платье подарили, Милана. Ой, какое красивое платье. Таким бантом, да, Милаш? Красиво, нравится? Вот такое пышное платьишко у Миланы. Красота? Лайк, Милана говорит. Будем смотреть, что дальше. А эта Миланка здесь, видишь, это надо будет потом все пришито, все оторвать аккуратненько, и потом будешь укрывать. Это как одеяльце. А это что? Это конвертик. Это конвертик Дода подарила. Это где мы отмечали Милану день рождения, мы отмечали в Додо пицце, и нам какой-то конвертик положили. Что же там? В этом конверте. Магнитик. Хочу пиццу. А я не очень. Мы так объелись. Я пицца. Не хочу пиццу. Тоже там. С днем рождения. Открыточка. Давай будем пицца. Смотреть, что же там бабушка с дедушкой подарили. Ух ты. Не я. Не, давай так будем вытаскивать на человека. Давай. Колготочки? Наверное, да. Да, да, что-то такая кечка. Колготочки такая подарили кечка, красивые. Это такая кечка, ляк. Наклеечку тоже наклеила, молодец. Мама. Дальше. Дальше, а красивые как, колготочки. А как что кулячек, так что? Нет, доченька, она вот так на подушечке лежит, а это мы потом аккуратненько, вот здесь, видишь, она пришита. Оторвем, там вот надо ниточку снять, и будешь укрывать, пока мы... Распаковываем дальше подарки. Ну-ка, заглядывай, что же там еще? Никак не достать. Очень тяжелое. Но сейчас, Лика, вместе справитесь. Еще одни колготочки. Еще колготочки. Ух ты, колготочки всегда нужны. Ну, давайте, девчонки, вместе. Что же там такое? Так. Это тесто пластилин, 8 цветов. Миланка, будем с тобой лепить, да, какие-нибудь фигурки красивые, да, солнышко? Милана открыточку читает. Красивая открыточка. Книжки. Ух ты, сказочки, да, тут? Посмотри и раскрась. Тут Жив. Будем раскрашивать, да? И вот такие сказки. «Страна волшебных сказок», «Приключения котенка с улицы Лизюковой», «Корней Чуковский сказки». Здорово. Миланка, любишь сказки?
Ой, так. Мелани, руки чешутся, самое большое. Это ух ты, что же это такое здесь? Ух ты. И сама игрушка. И сама вот игрушка. Это вот такая вот кукла. Это кукла, которая в животике Ляля. В животике Ляля? Вот это вот, животик засовываешь. Помнишь, у меня тоже такая была? А, вот она маленькая, новорожденная Ляля. Милана. Да, и вот еще тоже у них ребеночек, дочечка. Да, сумочки здесь, полотенчика. Вот это да, запасные, смотри, там аксессуары, кофточки, платьица. Вот смотри, видишь, в животике. В животике вот такая вот лялечка будет в твоей куколке. Да. Класс. Класс, Миланка, довольна. Обязательно открою. И еще полотенчика. И полотенчика. Давайте откроем Лялю, посмотрим. Давайте. Давайте. Милан, давай, смотри, твоё. Вика открывает. Ух ты! Что такое одежда? Сейчас, да, все достанем. Ковряшка еще. Где ты? Это куколка. Я. У меня там животик у куколки. А как она туда пойдет, животик? Ой, живот упал. Ой, живот упал, Милан. Вот он, животик. Животик надо Лялю положить и животик пристегнуть к самой куколке. Сейчас Лика покажет. Щеночек там. Там еще и щеночек, ух ты. Щеночек это связано. Здесь туфельки вот такие. Ух ты, на каблучочке. Да. Расчесочка. Угу. И фен, да? И фен, да. И туфелька еще одна. Да. Дальше. Вот так вот малыша в животик. Как он залазит в животик? Залезет. Малыш. Одеваем, застегиваем пузико. Оп. Ух ты. И одеваем. Миланка одевает дочечке туфельки. Такие волосики у нее. Угу, такие волосы. Мелирование. Ну, волосы такие красивые. Такие гладкие. Вот все. Мелирование, да. Вот такая вот беременная куколка. А потом, когда она рожает? Семи. Водой. Делаем вот так. В конвертик малыша, да? Да. Ой. Я не понял, это Милана моя игрушка или Викина с маминой? В общем, вот сюда вот во вторую полочку. Правильно, вниз туда, да. А живот делаем вот так. Это шапочка тубика. Вогнутый. Был выпуклый, теперь вогнутый. Вот. И одеваем модную одежку, да? Да, а то для беременных, кстати, пока одевает. Да, Миланка. Сюда собачку. Лик, там вообще для собачки коляска. Ничего места было, а не для новорожденного. А посмотрите, какие длинные, красивые волосы у дочечки. У нее похудела, по-моему, большая. Но она еще не похудела после родов. Я не могу. Давай, давай, оп. Залезли. Нормально. Ничего, давай, выдыхай. Втяни живот. Давай. Да тут не живот, тут попа. Втяни попу. Вот такая вот дочечка-красотка. Такие волосы красивые. И у мамы, и у дочки красивые волосы. Давай, сажай в колясо. Ой, в колясочку сажай. Ух ты, смотри, у нее здесь еще руль такой, да? Мамочка, ты можешь щеночка поставить? Вот. Вот так. Неправильно это сделала? Лика уже одела нашу модницу. Сейчас мы ей каблуки оденем. Так, это не так, это не они. Ляля наша валяется. Вот такой вот у нас человечек новорожденный. Он вот так вот сворачивает, смотрите. Так. И вот так. Поза эмбриона. Здесь вот такая сумочка. Еще вот такая сумочка. Лисочка, помоги. Фен, расчесочки. Моя игрушка. Ликуль, одень ботиночки. Вот такие вот ботиночки сейчас мы дочечке оденем. Вот такую сумочку.
Что-то у нее, правда, брюки не сходятся. Что ж такое-то, а? Разъелась. Она еще никак не похудела. Вот так вот, все. Давайте переходим к следующему. Так, давайте следующему, а то мы да. долго застряли на этом подарке. Очень классный набор, очень классный малыш. И давайте их сюда вот в колясочку положим, да? Чтобы не растерялись так, они. Так, так. Сейчас, Лик, подожди. Ну, давай дальше. Я играю. Знаешь, что ж такое? У нас еще два пакета, Милан. Ну, давай. Ну, давай, Милан, ой, бой. Смотри, что тут нашла. Что? Для рук? Чтобы удобно было держать колясочку? Ну, вообще-то глупая идея, да? Ну, как-то. О, здорово как. Вот такой вот наборчик в виде клубнички. Ух ты ж, землянички. Кладем сюда, пока открывать не будем. И еще один пакетик. Милаш, смотри, полотенце. Эй, я сошу пиолище, вот так. Ну, смотри, давай покажем, какой там рисунок. Ух ты! Ну, вот маленькая вот такая. Вот такое вот полотенце. Красота. И джинсики, да? Угу. Да, это дано же в Лукасе. Красиво, да, джинсики. Джинсики мы потом примерим, да? Ну что, милашка, тебе понравились подарки? Да. Довольна подарками? Да. Всем говорим пока? Пока всем. Надеюсь, вам было с нами интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем огромное спасибо за поздравления, за подарки. И всем пока-пока. Пока. Ава.